Американский концерн Ford приступил к скоростным испытаниям на автодроме Нюрбуринг четвертого поколения модели Ford Focus RS. Машина оснащена четырехцилиндровым мотором EcoBoost объемом 2,3 литра от нового поколения модели Ford Mustang. Однако, если у Мустанга этот мотор выдает только 305 лошадиных сил, то на Focus RS его мощность составляет аж 350 лошадиных сил. В паре с этим мотором работает шестиступенчатая трансмиссия. Кстати, подвеска на АЭС тоже не своя, а от версии Focus ST. Привод на машине передний. Хотя изначально инженеры планировали привод АЭС сделать полным, но это оказалось слишком дорого и слишком сложно. Поэтому они ограничились передним приводом, но с механическим самоблокирующимся дифференциалом. Мировая премьера Focus RS состоится весной будущего года на Женевском автосалоне, ну а продажи машин поступит летом будущего года как модель 2016 года.